стартовал прием заявок на киберспортивные соревнования «Зимний турнир большого города». Состязания пройдут на базе московского центра «Патриот Спорт». Кибердисциплин всего 7, а также будут 3 интеллектуальных соревнования в онлайн-шахматы, шашки и поддавки. Участвовать в турнире могут дети старше 7 лет, студенты, родители и другие члены семьи, сотрудники образовательных организаций и семейные команды. Заявки на участие принимают до 10 февраля на сайте проекта. Ссылку найдешь в описании. Состязания начнутся с 13 февраля и завершатся 17 марта. Первый турнир большого города состоялся в сентябре 2021 года. Всего в состязаниях приняли участие более 50 тысяч москвичей, а трансляции матчей посмотрели более 2 миллионов человек.